Всем привет, меня зовут Эльза. Я играю в DayZ на проекте DayZ Sip. Может быть, кому-то будет интересно. Для тех, к примеру, кто играет в МТА DayZ. И вам это немножко надоело, и вы хотите поиграть в более-менее настоящий DayZ, то тогда можете попробовать этот проект. На FPS не смотрите. У меня открыт Sony Vegas. Из-за этого, естественно, 7 FPS. Графика тоже у меня низкая стоит. Ну, потому что ноутбук. Вы можете графику поднять, если у вас в МТА где-то на том же самом ТХС было там 70-80 FPS. Тут FPS 30. Думаю, у вас будет. Онлайн где-то, ну, 20 человек плюс-минус вечером. Также есть вот, где я сейчас нахожусь. Вы можете тут обмениваться лутом с другими игроками, покупать что-то у барыг. Здесь безопасная зона, никто вас не убьет. Ну, вот сейчас еще не вечер, но онлайн, вот, 3, 4, 5, 4, 8 человек, ну, при том, что сейчас будет рестарт, многие вышли. Также есть PvP-сервер, можно зайти по PvP-шицам. Есть сервер отдельно для VIP-игроков, то есть, если вы покупаете VIP-аккаунт, он там 100-304 рубля в месяц стоит. Вы подключаетесь к веб-серверу, там бегаете, лутаетесь, заходите на обычный, появляетесь в том, ну, то есть появляетесь там с лутом, который вы залутали на веб-сервере. Но, естественно, на веб-сервере лута больше. Его проще найти. Но вот веб-сервер. При один, на нем нету зомби. Но тут в основном все играют. Есть фри 3, на нем играют те, кто любит более классику. Так же, как 3-1 вот идет. VIP 1, а при 3, VIP 3 он только что попал, потому что он уже на рестарте. Есть сервер для тех, кто хочет играть как-то хардкорно, РП. И вот PvP сервер. Вот вернулся VIP на при 3. Если вы не хотите бегать, выживать, то можете играть на PvP. Там тоже интересно. Онлайн там бывает, что сервер вообще заполняется, но он заполняется во время того, когда на всех серверах происходят рестарты. И на 15-20 минут все люди выходят, в принципе, сюда. Здесь как вы спавнитесь за различные классы. Но так как у меня випка, я могу выбрать один определенный, за который я буду появляться всегда. Ну, если вы заинтересовались, то ссылка будет в описании. Ссылка на группу и ссылка на скачивание игры. Также в дальнейшем планирую тут поснимать видео. PvP заснять, как бегаю, лутаюсь, просто обычное выживание.